Дорогие ребята, я вас поздравляю с окончанием учебного года. Желаю вам всем хорошего отдыха. Но за лето вы должны прочесть эти книги. Сейчас я дам список. Спасибо. Внимание! За лето вы понемногу читайте каждый день. Мне очень надо. Пока-пока. Каждый день потихонечку читайте, тогда вы все успеете. Хорошего лета, до свидания. Привет! Привет! Как дела? Все хорошо, а у тебя как дела? Отлично! Что читаешь? Я читаю Пушкина «Капитанская дочка». Интересно? Очень! Такая любовь! Любовь? Надо мне почитать! Пойдем, пойдем! Времени нет пока! Ну ладно, успею прочитать. Пока, пока. Круто! Совсем совесть потеряли? Это что это такое? Как можно? Это что это такое? Вот, держи. Держим и убираем за собой. Я читала всю ночь, не могла остановиться. Эта книга мне тоже понравилась. Теперь моя очередь. Меняемся? Проходи. Что? Ничего не знаем? Ничего не читала? Лето красное пропело. Да, пела, плясала, гуляла, играла. Каникулы же.
Так пойди же, попляши. Что? Прямо сейчас? Здесь? А пятерку поставите? Сразу видно. Басню «Стрекоза и муравей» не читала. Я сейчас расскажу. Басня «Стрекоза и муравей» написал Иван Андреевич Крылов. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела. Оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло с зимой холодной, нужда, голод настает, стрекоза уж не поет. И кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, ум милый, дай ты мне собраться с силой. И до вешних только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это. Да работала ли ты в лето? Говорит ей муравей. Да того ль, голубчик, было. В мягких муравах у нас песни, резвость всякий час. Так что голову вскружило. А, так ты... Я без души лето целое все пела. Ты все пела? Это дело. Так пойди же, попляши. Понятно? Да! Да! Отдых – это хорошо. Но про важные дела нельзя забывать.